Досить нас вбивати. Під такою назвою у Дніпрі велосипедисти планують провести акцію протест. Питання безпеки пересування велосипедом по місту все ще стоїть гостро. Статистика ДТП за участі двоколесного виду транспорту невтішна. Таким чином, шанувальники велосипедного спорту хочуть привернути увагу до проблем. Як саме пройде акція та які ще є проблеми у цій сфері, запитаємо у гостя нашої студії, голови Дніпровської асоціації велосипедистів Максима Семенова. Добрий вечір нашому гостю. І так, давайте почнемо з акції, як це буде проходити і кому, собственно, ви обращаєтесь? Це всеукраїнська акція, вона буде проходити на площі Героїв Майдану. Обращаємося ми к жителям міста, к водителям, к полиции, к властям города, области. Дело в том, что ситуация на дорогах, безопасности на дорогах, ну, как мы видим из сообщений в новостях, в лентах, в соцсетях, она действительно очень серьезная. И страдают больше всего пешеходы и велосипедисты. По статистике, в Украине Днепропетровская область стоит на втором месте по гибели велосипедистов, по ДТП с велосипедистами и по гибели. На втором месте после кого? После Киева. После Киева. Да. Ну, большой город тоже, да. Большой. Да, поэтому большой поток. Как бы, мы подхватываем эту акцию. Первыми были Херсон и Хмельницкий. И мы тоже хотим обратиться к нашим властям, к нашей полиции с предложениями и с пожеланиями, с тем, чтобы на это обратили внимание и предпринимали определенные меры. Угу. А какие предложения, например, к власти у вас? Ну, например, мы еще год назад просили, чтобы, ну, как бы изначально у нас первое предложение – это велоинфраструктура. В таком большом городе она должна быть. Да. И мы стараемся всеми силами ее развивать. То есть уже была принята решением сессии программа развития велоинфраструктуры в Днепре. Строятся первые велодорожки, там даже первые пилотные были год назад построены. То есть какие-то сдвиги есть, но вот кроме этого мы еще обращались с предложением, есть возможность у города, у области делать социальную рекламу, то есть это те же борды, те же ролики на телевидении, с тем проводить какую-то профилактическую работу среди водителей, говорить, что люди, едущие на велосипеде по дорогам общего пользования, по автомобильным дорогам, они такие же участники движения, это да. Тоже велотранспорт, то есть на них нужно обращать внимание. И со своей стороны мы регулярно проводим работу тоже воспитательную в соцсетях с нашими аудиториями, с велосипедистами города, то есть пытаемся объяснить правила дорожного движения. Если велосипедист катается в лесу там, или где-то на какой-то трассе, то на велосипедной трассе, то он просто спортсмен, и он ведет себя в зависимости от того вида спорта, с которым он занимается. Как только велосипедист выезжает на дороге общего пользования, он становится участником движения, и поэтому он должен соблюдать правила дорожного движения и, само собой, знать их. То есть мы со своей стороны пытаемся всеми силами, чтобы все участники движения велосипедисты знали правила дорожного движения, при этом стараемся помогать, когда они попадают в какие-то сложные ситуации, в те же ДТП, в какие-то там юридические отношения с другими участниками движения. Mm-hmm. Ну и надеемся, что нас услышат и будет какой-то конструктивный диалог. А что говорят власти, например, вот по поводу социальной рекламы? Вы сказали, кстати, о велодорожках. Я вот лично не соглашусь с вами, я не вижу велодорожек у нас в городе. Ну, там, да, вот где-то на центральной части проспекта Карла Маркса кусочек, да, как до нее добраться, никто не думает, как до нее, собственно, попасть на нее, да, чтобы проехаться, да, там сколько-то метров. И вот там есть попытки на набережной, но опять сколько лет продлится эта стройка, да, которая уже достаточно давно там идет. И будут ли они комфортные там съезды? Будут ли это действительно приспособленные какие-то участки дороги для велодорожек? Я не знаю. Мне кажется, что, ну, пока, в общем-то, ничего и не делается. Я с вами согласен. Собственно, это нельзя назвать велоинфраструктурой, отдельные какие-то отрезки. Потому что даже с другой стороны, это, можно сказать, медвежья услуга велосипедистам. Недавно у нас был случай, когда парня оштрафовала полиция за то, что он двигался по проспекту Яворницкого, при том, что рядом есть официальная велодорожка, а он должен был по правилам как бы двигаться по ней. Угу. Но при этом эта велодорожка не обозначена знаками,
То есть человек, выезжающий с проспекта с улицы Пушкина, даже не понимает, где эта велодорожка есть. Да, есть он же она. Не должен же велосипедист ходить и искать, где тут есть велодорожка, да. чтобы именно по ней поехать. Да. То есть есть такие коллизии, которые абсолютно нелогичны и связаны именно с теми кусочками, которые построены. Велоинфраструктура это такая же развитая сеть велодорожек, как и для автомобильного транспорта. То есть это человек, сев на велосипед в точке А, может в любую точку города приехать именно пользуясь этой велоинфраструктурой. И соблюдая правила, естественно, да. как водитель автомобиля. Да, да? Точно верно. Такие же правила, да. там повороты, светофоры и так да. далее. Ну, как бы наша позитивная оценка это в том, что хотя бы дело сдвинулось с мертвой точки. То есть долгие годы у нас вообще не обращали внимания на необходимость строительства велодорожек да, и развития велоинфраструктуры. Да. Сейчас первые попытки пошли, то есть мы этим велосообщество Днепра вдохновляемся. Да, этим, нужно да. приветствовать, стараемся, да, чтобы эти начинания не затухли, но, само собой, этого всего недостаточно. Ну, а вот по поводу социальной рекламы, это ведь несложно тоже, мне это кажется, абсолютно для городской несложно. Власти. То есть даже есть предложение, ну, у нас было два предложения, на которые мы получили отказы, связанные с тем, что рекламные плоскости загружены и нет возможности разместить социальную рекламу. Но, в общем-то, есть закон о социальной рекламе, и я так думаю, что если каждый год, круглый год загружены все плоскости, то, видимо, этот закон или неправильно, не или не работает. Да. Должны быть определенный процент да, конечно, выделенных да. площадей для того, чтобы использовать их совершенно не под коммерческую рекламу. Да, тем более, что именно эта социальная реклама, она может кому-то сохранить здоровье или жизнь. То есть это действительно очень важно. Так, а теперь давайте о полиции. Вот был какой-то контакт у вас да, не знаю, у нас, с руководством, да, возможно? Совершенно да? верно. У нас были контакты с областной полицией, с городской полицией, и те же пожелания, те же просьбы мы передавали им. То есть мы просили, и чтобы велопатрули вот в начале сезона начинали работать, чтобы они ездили по самым востребованным для велосипедистов магистральным. Это бы дало более дисциплинированное поведение водителей транспортных средств, автомобилей. То есть если бы они видели, что ездят полицейские на велосипедах именно по этим. Мы просили, чтобы они тоже включились именно к вопросу, подключились с социальной рекламой. Ну, как бы нам пообещали содействие, но на этом все и закончилось, собственно. То есть никто не отказывает? Да, ну, никто не отказывает, но особо на встречу никто не идет. А сколько людей, вот и как вы будете, что вы будете на этой акции делать? Сколько людей там будет участвовать? Сколько людей, не могу сказать, но уже много желающих. Сколько соберется, это все-таки рабочий день, конец рабочего дня. Все желающие придут, поучаствуют. Сама по себе акция, она представляет собой лежачий протест. То есть, ну, это будет инсценировка сбитых велосипедистов, которые будут лежать, и плакаты с требованиями. В двух словах это примерно так будет. Ну, это устрашающе, мне кажется, ну, да, вот выглядит. В принципе, чтобы как бы обратить на себя внимание, чтобы обратить внимание на эту проблему, я думаю, тут нужно более жестко. Я же говорю, что мы уже неоднократно с просьбами, с предложениями обращались, но пока это не имеет никакого успеха. А в то же время вот постоянно происходят какие-то ДТП с велосипедистами. И вот в Херсоне, откуда в этом году пошла эта акция, у них с летальными исходами, то есть там месяц назад было ДТП, в которое погибла девушка и тяжело травмирован молодой человек. И вот буквально сегодня я узнал, что у них или сегодня, или вчера еще одно было ДТП, там тоже с пострадавшим. Вроде бы не погиб, но тяжелые тоже травмы. А что нужно от полиции? Чтобы штрафовали, чтобы следили, ездили? Ну, у нас скоростной режим не соблюдают элементарно, да, и никто это не контролирует. Камер нет, патрули, в общем-то, ну, сами знаете, для начала, кого они я думаю, это. Информирование. Во-первых, у нас большая часть автолюбителей не воспринимают велосипедиста как участника дорожного движения. То есть для них велосипедист — это спортсмен, который едет себе куда-то и катается на велотреке, которых, кстати, в городе-миллионнике тоже нет ни одного. И поэтому то есть пренебрежительное отношение к велосипедистам, их подрезают, их, ну, как я уже говорил, у нас есть велосипедисты, которые тоже ведут себя не совсем адекватно, не соблюдают правила, там гоняют на красный.
Но тут просто, если сравнивать велосипедиста, не соблюдающего правила, и автомобилиста, который там подрезает велосипедиста, то, само собой, велосипедист в более слабом положении. То есть велосипедиста mm-hmm. достаточно чуть-чуть толкнуть, и он может получить серьезные травмы об окружающие элементы инфраструктуры. Да, да. Ну, в последние годы стало намного, в последний год-два, я бы сказала, даже точнее, стало намного больше желающих пользоваться велосипедом, не знаю, прогулки там, это, ну, это не спорт, это любители, да, хотя, да. возможно, многие спортсмены. Ну, и много людей. Даже как транспорт используют, я просто смотрю. И многие стали, да, в летнее время да, добираться даже вот на работу. Я возле некоторых IT-компаний ставят велопарковки, туда приезжают работники, ставят велосипеды, уезжают потом вечером, то есть... В тренде сейчас и электровелосипеды, которые покупают именно не для спорта, не для здоровья, да. а именно чтобы использовать как городской транспорт. С велопарковками по-прежнему беда, и это ведь небезопасно совершенно на да. открытых местах оставлять неохраняемых. Да, в велодвижении, в веложизни очень много проблем, одна из которых это велокражи и трафик краденных велосипедов. То есть у нас есть информация, есть опыт, когда подключали сыскное агентство частное, которое вскрывало трафик краденных велосипедов по городам Украины, на что полиция тоже никак не реагирует. То есть это ну, на десятки миллионов гривен в год в Украине краденных велосипедов кочуют из одного города в другой. Они еще одна печальная статистика. Да. Я вот о чем хочу спросить. Вы человек опытный в этом вопросе. Где вообще в Днепре можно ездить? Ну, кроме вот набережной, где сейчас там просто поток людей и поток велосипедов. Там, я не знаю, как они существуют вместе. Где вот вообще есть у нас Зависит маршруты? Зависит от того, с какой целью и как ездить. Ну, прогул для Безопасно прогулок. Ездить можно на проспекте Мира, где первая велодорожка в прошлом году или позапрошлом, уже даже запутался. То есть там достаточно качественная велодорожка, но она небольшая, можно ездить там. Ну и ну, опять-таки, ты ж туда-сюда прогулки, не да, будешь по прогулки ней. Для здоровья, это парковые зоны, это лес, это те трассы, которые сделаны силами активистов, спортсменов города. Это выкладываете вы где-то, кайдака. Наверное, да? Там да, у нас есть в группах, да, там, проводят, там, где проходят соревнования, это Кайдакский карьер, это Сухачевка. Ну, это сложно, да, это для да, ну, уже есть продвинутых отдельные, спортсменов. Да. Да. Ну, а так это парковые лесные зоны, там, где можно покататься, подышать воздухом. Оцените, их много или немного в Днепре? Много кого? Мест для того, чтобы можно было там и как-то здоровье свое поправить, да, ну, и удовольствие получить. На самом деле удобных немного. То есть куда бы вы ни захотели поехать, вам все равно нужно передвигаться по автомагистралям, по автодорогам. И то есть в любом случае вы попадаете в условия повышенной опасности для здоровья и жизни. Вот, собственно, это и основная проблема в городе. То есть да, человек, собственно. Который даже хочет там куда-то выехать за город покататься, он не может этого сделать без того, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Велосипедист, который едет по автомагистрали, он обязан быть в шлеме? Его могут оштрафовать за то, что он без шлема? Или это только желание? В велотранспорте, в ПДД нет обязательного, нет. да. То есть это только вот предмет вашего? Да, рекомендуется. Мы, например, на всех наших мероприятиях рекомендуем одевать шлем. Но это... Это только рекомендация. Да, это да рекомендация. Я поняла. Давайте еще раз уточняем, где, когда, может быть, вы нуждаетесь в еще участниках, да, чтобы сделать эту акцию более массовой, и что нужно еще для проведения? Для проведения нужно желание, то есть нужно просто подумать, осознанно принять то, что мы все находимся в такой ситуации, в ситуации, когда участники велодвижения подвергают свою жизнь опасности. Те даже, кто не катается на велосипеде, просто могут подумать, что их близкие, их, там, не знаю, дети подрастут и захотят кататься на велосипеде. Это все наше общее развитие, это наша общая безопасность, поэтому мы приглашаем абсолютно всех, можете приходить даже без велосипедов, поддержите просто эту акцию. Акция будет во вторник, 8 числа, на площади Героев Майдана, 18:30. Я считаю, что такие мероприятия должны быть регулярными, и только тогда, может быть, больше и большее количество людей будут вас слышать, видеть и
услышат наконец и что-то изменится. Спасибо за визит к нам в студию и спасибо за то, что делаете. Спасибо вам большое.